Алло, папа, привет. И я хочу тебе сказать, а ты во сколько заберешь меня? Ага. Зрей заберешь? Угу, хорошо. Но перед этим я должна купить хлеб? Да? Ну да. Ты подождешь меня? Хорошо. Ну все, пока. Ой, совсем забыла. У меня же денег нету. Ой, совсем забыла. Мне же надо еще к стоматологу ехать завтра. Ой, совсем забыла. Врачи лишь рекомендуют зубную пасту. Блендамед. Эй, Додик, ты меня не выручишь? Пирожок из мяса, из рыбки. У тебя есть деньги? Денег нет. Жалко, а мне нужно же хлеб купить. А то я потеряла деньги. То есть у меня денег нету. Ну, у меня тоже нету денег. Я попросил кого-нибудь. Хорошо. Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга Игоревна, а что люди чаще покупают? Булку, батон или гетто? Не, лучше гетто не покупать, потому что там живут. Лучше дом в гетто не покупать. Ну что там злые негры с пистолетиками. И что мне не выходить из дома? А как же ж я буду ходить в магазин? И как я буду вести ребенка в школу? Тогда мужа попроси. Точно? Точно. Еще громче. Точно. Я не слышу. Точно. Поняла? Поняла. Ой, я забыл, что у меня есть деньги. На тебе. Сколько тебе нужно денег, чтобы хлеб купить? 6 рублей. Вот. Спасибо.